Всем привет, я сам Иван Вынкнер, сегодня у нас будет будни моделиста, и под вот такую вот вечернюю атмосферу мы с вами начинаем сегодняшнюю серию. Значит, я для вас снимал много разных видео и отснял, и я этому очень рад. Я надеюсь, что вы этому тоже будете рады, потому что видео реально интересно получились. Значит, сейчас я буду снимать 98-ю или 97-ю серию «Будни моделиста». Я, честно, не помню. Но я помню, что у меня немножко учит вам, потому что мне... Она... почему, да? Потому что она у меня по... Ну, вы знаете, почему она у меня часто не работает. Мне нужно вот так-то. Камера у меня упала. Я достаю зарядник из розетки. Значит, сейчас я планирую... Я научился снимать клипчики для вас хорошенькие. И я решил поснимать обзор на некоторые модели. И сегодня буду это делать. Для этого я соорудил вот такой вот фон из двух фанер. Для того, чтобы снимать классные клипы. И буду теперь снимать клипы. Я вот думал его покрасить, но потом подумал, что на деревянном фоне... Вот смотрите, как вам будет даже... вот. Просто мне интересно, вот на черном фоне или на таком вот деревянном фоне, как вам будет приятнее смотреть, но на модель. Вот сейчас я вам продемонстрирую такой вариант. Дам такую возможность посмотреть. Хочу, чтобы вы оценили. Вот это... Так, сейчас подождите. Не все так просто. Допустим, давайте начнем с маленьких масштабов. Я, кстати, сам еще даже не смотрел, как это получается, но вроде должно неплохо. Вот так вот. То есть, видите, модель, она стоит на фоне деревянной, и очень хорошо выделяется модель. Она сама очень хорошо выглядит, и я надеюсь, что вам она так понравится. По крайней мере, ну, вроде выглядит очень классно. Напишите в комментарии ваше мнение, мне это очень важно, потому что хочется знать и хочется, естественно, сделать хорошо для вас, потому что, ну, все-таки контент мы снимаем для вас, вот, поэтому напишите в комментарии, как вам будет лучше, на деревянном фоне или на черном фоне. Ну, лично я бы выбрал на деревянном, но если вы скажете на черном, значит будет на черном, вот, точнее, смотря сколько голосов за то наберется. Мне очень интересно посмотреть, как это на 36 масштаб будет выглядеть. Вот, допустим, давайте возьмем тоже Chevrolet Caprice, только уже 36 масштаба, и посмотрим, как это будет смотреться. Ну, вот так это будет смотреться, вот примерно вот так вот будет сниматься клип, но я думаю, что да, что неплохо, потому что, по крайней мере, видно все, реально все. То есть, вот, как бы, очень даже неплохо. Очень даже прикольно. Chevrolet Caprice это смотрится. Давайте посмотрим этот 36 масштаб. То есть он вот как смотрится на этой дощечке. Мне вот важно еще посмотреть, как выглядит 32 масштаб. Для этого возьмете, давайте, кабанчика. Что-то я давно кабанчика не брал. Заодно и протру его от пыли. Вот он, кабанчик. Слушайте, ну тоже неплохо, я вам так скажу. То есть кабан 32 масштаба смотрится абсолютно нормально на этом фоне. То есть вот он как бы... Блин, тут прям на превью ставить можно. Сейчас. Блин, можно сфоткать? Пожалуйста. Сейчас. Надо на превью кадр хороший делать просто. Кабанчик. Вот такой кабан. Надеюсь, вам понравится это видео. И надеюсь, вам понравится этот фон. Ну, слушай, для 32 масштаба, то есть вот так тоже неплохо. На этом, что 24 уже не уместится, но я проверю на всякий случай, что сейчас мы с вами это будем делать. Мы сейчас возьмем модель 36 масштаба, ой, 24 и посмотрим. Допустим, этот фокус. Вот фокус барахолки 24 масштаба. Вот, ну, не знаю, потому что... Хотя, смотрите, знаете, тоже так неплохо. По крайней мере, для клипов подойдет. То есть, вот, как бы, так камера идет, пролеты снимаются, и все очень здорово. То есть, вот так, вот так, все очень здорово показывается. Да, пролеты будут хорошо сниматься здесь, и это прям будет здорово. То есть, вот, как бы, да, нормально. Дальше, дальше. Что мы делаем дальше? Дальше мы с вами берем и убираем этот фокус на место, на его законное место. Вот так в целом выглядит поставка, то есть она достаточно большая.
Но это только хорошо, потому что на ней мне снимать вам модель. Далее, что мы можем с вами делать? Сейчас я до сих пор пока что не сделал вот эти вот модели. Здесь у меня лежит зимняя жига моя на зиму. И я сейчас для вас снимал прохождение одной игры. Вот, так что ждите в будущем прохождения. Сейчас мы постараемся делать побольше контента, чтобы в день выходил помимо будни моделиста еще один ролик. А если будни моделист не уходит, то просто еще один ролик. Поэтому стараемся снимать как можем, но за сегодня я уже снял, например, 3 видео. То есть это достаточно много, и считай, на 3 дня у меня теперь контента есть. Будни моделиста, естественно, я снял вот как бы сейчас, только что. Что я сейчас вам бы еще сказал? Мне нужно завершить еще два видоса, чтобы отремонтировать. Нет, чтобы их отснять. Чтобы их отснять, и мне их нужно отснять. Выложить старые видосы и начать новые снимать, чтобы памяти тоже было достаточно мало занято, и чтобы было много контента для вас. Я тут кушал макарошки. Вот. Тут снимается для вас тоже влог. Тут кушал макарошки. Я извиняюсь, то, что так неаккуратно. Вот. То есть, смотрите, можно даже вот так. Можно макарошки. Универсальная подставка. Вот хочу, могу вот так макарошки отфоткать. Вот. Это не реклама, если что. Я даже логотип замазал. Вот. Вот. Острые, классические есть. Все на мой выбор. Могу кушать. Вот мы с вами затестим в одном из влогов вот эти вот макарошки. Это будет люто. Ну, а классические я уже тестил. Поэтому пока что их оставляю. Так. Макарошки сюда. Маркер. Очень большой. Чтобы понимали, что он большой. Вот аж такой. То есть, вот мой палец. Вот маркер. Очень большой маркер. Да. Пахнет вкусно. Закрыли. Vavanse Customs. Я распечатал логотип. Вот. Логотип Vavanse Customs. Далее. Что я вообще могу? О, смотрите. Плюс это офигенный штатив. То есть можно снимать себя. Сейчас только вот лампа. Вот. Можно себя снимать. Это офигенный штатив, помимо того, что... Вообще, помимо всего... Сейчас я вам покажу облако, похожее на птицу, которая летит, задрав вот так вот крылья, вот так вот. Вот так, задрав свои крылья, эта птица летит. И сейчас я вам покажу это облако. Вот это облако. Птица как будто бы так, задрав крылья, вот так летит. Так. Вот даже смотрите, у меня окно двигается, эта птица летит. Вот так. Далее. Мало кто знает, у меня есть вот эта вот лампочка, которую можно включить. Офигенная информация. Что еще я могу сказать? С вами был Лаван, и вы были на канале Сенчесом. Всем пока. Это был Будни Моделиста, 97-я серия. Ну а я пошел кушать кого? Правильно. Лапшу. Всем спасибо, ребят. Всем удачи, ребят. Всем пока, ребят. И подписано на группу ВК, ссылка в описании. Еще не все. Самое главное, вы можете скинуть свои фото. Не свои фото. Вы можете скинуть фото своих масштабных моделей куда правильно мне в личку. Поэтому я оставляю ссылку на свою страничку. Нифига себе, я в рифму сказал. Короче, скидывайте свои фотки моделей ко мне в личку, и они попадут в видос моделей от подписчиков. Ну а я пошел кушать лапшичку. Погнали! Всем пока, ребят.